Большинство застройщиков осуждены за самовольное возведение в Сочи многоэтажек на землях ИЖС, где разрешено строительство только индивидуальных домов не выше 3 этажей. Под контролем прокуратуры сейчас находится 180 незаконных объектов. По каждому дому из этих, которые я сказал, 180, дана уголовная правооценка всем, включая от недобросовестных застройщиков, что которым привели в настоящее время к указанным последствиям, а также должностным лицам, чьи способствовало незаконно указанное строительство. В крае по состоянию в том году было возбуждено порядка 200 уголовных дел, из них только 170 в отношении недобросовестных застройщиков, большая часть из которых находится настоящая под стражей, а также уже уголовные дела расследуются в судах. По каждому незаконному объекту, в котором уже проживают люди, есть зарегистрированные права на собственность, будет составлено мировое соглашение с мэрией курорта. Мэрия готова отказаться от сноса самостроя, но при условии, что эти дома безопасные и отвечают необходимым нормам. С инициативными группами мы оговорили условия. Прежде всего условие одно и главное. Должно быть заключение о безопасности. Второе, это то, что должны быть выполнены параметры зоны ОЦ, то есть не более 12 метров 60 сантиметров. И третье, что немаловажно, чтобы в мировом соглашении было указано решение о том, что застройщик в обязательном порядке возьмет технические условия и обязательно их выполнит. Речь идет о многоквартирных домах, которые были возведены с разрешением на строительство ИЖС или даже вовсе без какой-либо разрешительной документации. Факт нарушения градостроительных норм выявлялся сотрудниками администрации на самых ранних этапах строительства и сразу же подавались иски о сносе. Но пока шли судебные тяжбы, появлялись обманутые покупатели. Теперь у них появилась надежда все-таки получить свои квадратные метры. Процедура мирового соглашения проста. Застройщик прописывает в нем все сроки и обязательства для того, чтобы дом был комфортным и безопасным для проживания. Обращается с этим письмом в администрацию города. Затем в течение 30 дней в рамках судебного заседания это мировое соглашение будет подписано. Тем же застройщикам, по которым суды завершены, придется опять открывать дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идет именно о заселенных объектах, где люди успели в перерывах между судами зарегистрировать право собственности. По всем другим самостроям решения о сносе остаются в силе и будут исполнены. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.